телефон хороший, но у него проблема со временем. 12.01 показывает, тут 12.14, и часы, если сделать, тут виджет ставится, так часы будут еще и третье время показывать. То есть он как-то, но у него со временем проблемы. Я так понял, эта компания банкрутировала, поэтому у него некоторые фишки не работают. Например, вот этот MyLeak, он не работает. У него нельзя тут при логиниться. В регистр нажимаю, он сервер error пишет. То есть тут он банкротировал, и, видимо, тут не работает. Но мне это как бы не надо. У него очень хорошая функция есть на батарее, но вот тут по версии Wing Management и Ultra Long Standby by Sleep, и он как бы очень экономит батарею. Тут A-Protection, которые как бы не ходили в сон. Я тут календарь и клок я тут сам добавил, и что время, думал, может, будет уже нормально тогда работать, но все равно не помогло. Батарея ассистент ультрамод, я вот тут и сделал. Ну тут вот скрин 30%, цел стендбай, тут неправильно показывает, это как бы 6-го андроида, я так понял, ошибка. Стоил 81 евро, теперь он уже, кажется, 75 евро стоит, то я за акции покупал. С кодом там специальным. Ну, в общем, подозреваю, что может у него подеградировавший аккумулятор потерял емкость, может, наполовину или больше. Потому что в отзывах там кто-то замерял при зарядке. Писал, что емкость 1000 мА набралась. А должна быть 3000 мАч. Так что как-то он вроде бы, когда вот так использую его, он быстро как бы разряжается. Но когда в сон я ввожу, тогда он очень долго может держать, очень медленно разряжает. Вот батарея, тут виден график. Вот когда он в сне, он почти ровный. Он очень медленно разряжается. А когда начинаю пользоваться, сразу резко падает. Ну, в общем, такой как бы асфальт. Вот 8 на максимальных настройках. И тут разрешение 1080p. Он работает. Он, то есть FPS не проседает, там где-то 60 или 30 FPS. Вот и телефон, которым снимаю, он там где-то 8 FPS на минимальных настройках. И там еще экран более 800p, более маленький. А тут 1080p, более большой экран и расширение. В общем, вот эти кнопки, вот то,
только неудобно, то тоже косяк. Тут если я хочу сделать, чтобы они постоянно светили, так я в настройках делаю, но они все равно постоянно не светят. То есть эта функция какая-то с багом. И неудобно, что вот эти кнопки очень узкие, и когда не светите, в них трудно попасть. Вот если бы они были пошире, вот тут можно было, например, попасть, тогда было бы удобнее. А то тут вот я нажимаю, и тут ничего не происходит. Нужно очень точно на них попасть. Ну вот тут еще если нужно настроить, какая кнопка, если что, сначала, если долго подержать его, то долго подержу, и включается вот фонарик. Тоже как бы неплохое решение. Но с часами, что проблема, так это, конечно, не радует. Ладно. Тут 14:36. Тут 12:01. Вот если вот тут воскрой, тут 11:53. Вот три разные время. Как-то вообще какая-то... Так, это очень большая недоработка с этими часами. И пробовал по-всякому там делать. Ничего не помогает. Тут еще и как-то тайм-зоне нет моего тайм-зоне Вильнюс. Это вообще очень какая-то недоработка большая с этими часами. Вот и сет автоматик, вот он вроде бы встает, но потом, когда после сна, он снова потом начинает неправильно показывать. Поэтому нужно иметь отдельные часы. А та камера тут может снимать 4К, как бы. Она лучше, чем у этого телефона, которого снимаю. Она у этого, которого снимаю только 720p. И она в темноте более хуже снимает. Вот это, что в телефоне, это лучше снимает. Ну, камера как бы очень хорошая для такого телефона за такие деньги. Ну, и в основном, может быть, в какой-то мере из-за камеры и покупал, и что... Быстрый 3 гигабайта RAM, 8-ядерный, 1,8 мегагерц. Это еще мне порадовало. Ну, что нельзя microSD-карточек ставить, это мне тоже не беда, потому что я не люблю эти SD-карточки. Компьютер подключаю, потом они путаются, где внутренняя память, где карточка, только дополнительная головная боль, дополнительная. Поэтому мне хорошо, что тут нет microSD-карточки. И что нет FM-радио, у меня тоже она дополнительная боль, я не пользуюсь радио, только дополнительное приложение занимает дополнительное место. Поэтому зато деньги пойдут на другие параметры лучше, поэтому мне лучше пусть будет без этих, но что-то другое лучше. Процессор, например, быстрее. Ну, RAM 3 гигабайт немножко маловато, особенно этот асфальт, игра долго грузится, видимо. Что тут встроено 32 гигабайта накопителя постоянного, но этот накопитель не такой быстрый, и RAM маловато, и поэтому долго грузится, вот, например. Если был бы тут побыстрее накопитель, он бы быстрее нагрузился, думаю. Как SSD-диски, они намного быстрее. Ну, там они, наверное, энергии больше потребляют. Вот, вроде бы загрузился. Вот тут у меня поменьше всего загружено, поэтому, может, этот раз немножко быстрее погрузился. Так, если бы была память сильнее погружена, может, бы медленнее. Эти игры, наверное, не буду играть, мне просто интересно, какая тут видеокарта встроена стоит, насколько она производительная.
А вот она тут долго грузит. Вот мне тут как бы удобно, что вот тут эти сразу кнопки есть, тут не надо там никаких вот таких дергать, чтобы эти кнопки потом появились, сразу они доступны, как бы удобно. Вот немножко неудобно вот эта функция, что эта кнопка вызывает вот этот весь меню, вот эта кнопка. И она немножко тормознутая, пока этот весь меню открывается. И поэтому, если, например, хочу яркость экрана изменить, так не очень удобно, или какие-то параметры вызвать. Лучше бы было, чтобы вот такая шторка потянулась, и тут были бы все настройки, так побыстрее было бы. Так примерно. Так что, вероятно, тут не 3000 миллиампер часов батарея, а тут меньше подеградировала, потому что старые телефоны, мне тут может подеградировал аккумулятор 2016 года, или может ими уже пользовались, не подзаряжали, и он попортился. Вот средняя кнопка у меня, если подержать, камера вылазит. Вот эта кнопка. У меня Notes вылазит. Ну вот так мне очень нравится, что батарея сейфинг у него очень хорошо держит на батарею, что если я его выключу, он не будет разряжаться быстро. Еще вот с этим отпечатком пальцем тоже как-то, или я не разобрался, или он как-то неудобно с ним работать. Я могу выключить и оставить на каких 5-10 дней, и он как бы мало разрядится. Вот это хорошо. Что не надо заряжать, если его часто, если им не пользуюсь. Вот этой функции я очень хотел, и она тут превзошла все мои ожидания, как бы.